не была знакома именно с профессией сценариста. Я понимала, что он пишет, а как все это происходит, алгоритм написания и технику, абсолютно не владела этим вопросом. Я только знала, как снять кино, какие ракурсы использовать, каких актеров подбирать. Но саму историю, именно чтобы она имела начало, середину, финал, причем все это было интересно, динамично и весело, так как у меня была комедия, я не знала. И вот этот курс меня научил не просто написать историю, а двигать историю героям, чтобы герой лаконично влился в историю и продвинул ее до финальной стадии.